Ваня, извини за выражение, хуй на эту всю парашу олеговую парта, сделать под пятницу only RS и забить на это все болт, потому что это какая-то хуета, я тебе отвечаю. Ты читал, что он в сайте написал? Что он написал? Потом почитаешь, как огурчик, как отбруди в этом. Я не знаю, насколько хватит человека, но, блядь, и релить тоже, блядь, все подряд рейд это хуйня. Давайте, если готовы, Слава, начинай. Весна началась. Другому никак, ты не видишь, какая параш? Купер с рогом, целка, целка. А ты насрать, это целка. Да ладно, целка, пуль закончена в воскресенье, нахер она надо. Потом донеси. Сделал бы лунир, нахер она надо. Сбежим. Фотон, стой там, не беги, аккуратно, метеорит, стой там, через ход возвращайся, прям по настеночкой. Брит. Делай. А ты красава, я прям полетал на другую сторону. Было задумано. Может, надо фотона ехать? Не слышно, Вань. Бей тихо, Леон. Слышно, не? Теперь слышно. Заходим. Блин, фотона, мизантроп. Блин, на кнопке. Нет. Мизантроп, присни фотона, стойте там уже, потом зайдете. Ладно, зашли. Лимон, выноси, слышно меня? Да. К сожалению. Ничего не носу. Так, добили, заходите, там все добили. Блин, они мультидоти, доти вот эти големы, поэтому так долго и бьют. Да не заходите, на следующих зайдете. Там два тинер с своим шаманом. Лимон пропускаем, да. Я же ставлю эту метку ебучую, почему вы не бьете ее? Зачем мультидоты эти двух колен? Долго заливаются. Заходите. Мизантроп, выноси. Так, давайте 53, 52, после метки, после лезвия выйдем. Давайте выходим в свет. Ну, никого не засосало, странно. Давайте посмотрим. Свет, рост. Ну, давай, рост. Святую метку ровно назад выносите. Лимон. До стены выносить. Так, бежим, падает. Смотрите, там лужа. Так, лужа в рейд. В рейд. Валера, выноси. Так, давайте свет. Только трэш бьем, рост во тьме. Рост во тьме и трэш бьем свету. Только трэш бьем. Давайте свет бьем Халеона. Дайте там СС на огурчика.
Так, смотрим. Поворачивай на рейд, стоп по Халиону, стоп, свет не бьем Халиона, свет не бьем. А то Сакру. Смотрим лужа, в рейд, две штуки. Давай, Сакру, как огурчик выноси. Мизантроп, пресса меня давал им. Дайте по трэшу, только трэш бейте. КД он мизантропа. Нормально, риснули. Так, свет, только трэш бьем. Soul Fire выноси. Так, свет, играем по Халиону, тьма стопаните. Бежим. Так, тьма стопает. Пока. Падайте. И вот так же Джерри, он, понимаешь, вот такая же хуйня, вроде бы все нормально, все заебись. 700 ДП ставил. Ты бей, был бы я тут вроде баланс, ни шаман, ни хилил, просто на перебежке, они не хилят, не хилят, ни шаман не останавливается кастануть, ни холипан не останавливается кастануть, вот и все. Не, ну а дефов не хватит у тебя, по-любому ты сам знаешь. Ну не хватает вообще, пиздец, я такой стою, хуяк-хуяк, отлетает хп, отлетает, отлетает, отлетает. Что делать, да? А что я могу зайти сейчас на холи паладина, и у меня ни один танк не упадет в свету, веришь? Ну, БДК не, тут тоже не повезло. Да, на перебежке там 2 секунды не хилили, и тычка прилетела 40к почти, очень сильная. И рассекающий просто с ударом прошел. Мне кажется, просто надо третий хил, и тогда вот этой хуйни не будет. Ты понимаешь, что вот рассекающий удар, он бывает в любой момент, и он может вместе с автоатакой пройти одновременно. Ой, Олег, тут вообще, ну, такая мутная тема. Все помаленьку, понимаешь, это как всегда, все помаленьку. То хил сначала не отбегает на первой фазе, то там, блядь... Ладно. Блядь. А кто в тьме хилит? Лизни тотем, дуду типка и друид какой-то. У нас Джерин свет удохнет. Черный лимон хилит свет. Играли. Как да. Ты угадал? Просто поменяй хилов местами двух шаманов. Заходи на шамана. Так, да, заходи на шамана. Ну пускай фикас похилит свет и все. Не будет проблем. А что ты тогда пошел пвп спек хилом? Непонятно. Так, вот, у него никогда не было ПВЕ спека хила. Его попросили. Ну давай зайду на шамана по хилю. Потом спекись обратно в Элима. Подожди, а кого вы кикнули уже? Там хант ушел. Нет, ханта. Оставай руки. Поставьте шкаф, там суманите. Да не норм, второй рога ханта не заменит. Ну, глиф поставить на матриксу. Че он там дает? Это поможет. Хант напуливать может издалека, а рога нет. Вот в чем минус. Да, за рогу там напрягаться надо, бегать. За трэш. Дело не в том, что напрягаться. Не надо напрягаться. Просто хант может сразу напулить, как только он начинает бежать из огня. А роги нужно подождать, пока он уже прибежит. Чего все это обсуждаете? Ведь ну вы это делаете. Кому вы это говорите? Чтобы прийти к консенсусу. Вы в пустоту это говорите. Пишите прям тому, кто неправильно делает. Сейчас слушай 5 минут, просто базар ни о чем. Это для общего понимания информации, чтобы все понимали, в чем разница. Тут много кто может заходить на рогу, на ханта там, и так далее. Кто-то может собирать рейды будет. Не будет. Сомневаюсь. Шаман ливнул.
Лимон, ты где? Ну я Дима довел. Ты да чё, блин, Дима? Нахуй тебе, Дима, блядь. Заходи в рейд обратно. Ну да. Хиль меня во тьме. Зая. Я на ханта сейчас зайду. Не, ну головой на самом деле надо думать. Дима, твою. Джерри, ты тут? Дайте. Там Зливин, подожди, сейчас я вам сейчас включу, там дайте Зливину инвайт, видео, кто он там шаманом. Ультрашам. Блин, да Настя, зайди, пожалуйста, обратно. Ну чё ты меня повешал? Слышишь? Я буду твоим мужем, если ты зайдешь. Ну, не обижайся на него, блин, он больной немножко. Как ты считаешь, 200к по ДК это нормально? Ну блин, а опять... Шоу, Вой, там должен быть захил 800+, это конченый шаман. Вот как я объяснял, всегда надо людям объяснять, если что-то не так. Черный лимон, ты тут? Ушли в рейд, похилишь во тьме этот. Война. Так а чё ж ты не объяснял, когда она упала от того, как её засосало в лужу? Потому что Джерин дебил, не может объяснить ни хера, просто пиздит и пиздит. Да я не ему сейчас говорю. Долбоёб. Теперь мы без шамана. Сидут, дайте фулбафы. Так, Олег Свет, Ультрашам, этот Олег Свет хилит, Ультрашам тьму. Так, друиды. Мизантроп Олегу, а Фора только Шаму возьми. Олег, выключи, ты там фанишь сильно. Давайте, заходим за линиечек на пул. Лут поставь. Так, рискат. Давайте, все готовы, заходим за линию. Начинай. Дай я там пристабав пока. Пока стоим. Так, смотрим, падает, бежим. Сколько еще таких героев? Такая хуйня пока дает. Афорт реса и эрдру. Мизантроп реса. Я тебя поднимал. Дайте ему там пристабав, каску, лапку. Бьем Халёна больше, да по Халёну. Смотрим метеорит, бежим. Больше по Халёну играйте. Смотрим лужи, нормально. Чё вы дохнете? Вставай. Да не надо его было резать. А, это ревностный. Дайте инеры все ультрашаману. И дайте по Халёну. Давайте, мелкий трэш свищенность, переключились, заходи ДК сразу. Зайдут эти больших. Заходим, рейд. Дайте там по Заливину деф от тьмы, пристабав и каску. Встаньте все в печеньку во тьме, а то сдохните. Давайте там инеры Анриксу. Ну если есть инеры, можете Анриксу залить.
Там вряд ли есть. Заходите, Свет, заходите. Давай тогда дуду типка гимна ману. Дайте пристабаф и деф во тьмы во тьме. Там на ядру нету дефов. Ультрашам выноси. 54. Давайте после метки будем выходить. Смотрим, сейчас метка будет, потом выйдем. Ультрашам выходи, выноси. Давайте выходим, Свет. Расцвету. Свет, первую метку ровно назад несите. Мизантроп. Как это минеры еще? Скажите. Престы бейте через взрыв. 40. Бежим. Мана регена нет по рейду. Престы бейте через взрыв. Смотрим лужи. В рейд. Падайте. А не падайте, давай. Бэров нету. Падайте. Сколько еще таких героев? Может, это правда весна, ребята? Просто правильно собранный рейд. Да, понимаешь, рейд был правильно собран. Войт, завязывай, будет хуйню нести какую-то. Че тебе не нравится? Ну какая весна? Ну потому что люди будет дохнут от всякой хуйни. Почему это весна? Какая хуйня? Весна это, блядь. Да он просто шутит, не обращай внимания. Что там, фурик есть в РК? Смотри, я могу пайрелить, зайти на ШП, ты похилишь шамана, а лизни ДТМ на ханта зайдет. Уже так, я уже не хочу никуда заходить. Давай, да, заходи на фурика. Вот есть фласка. Подожди, дай пока не надо, там еще два трая пишет. Давайте все тут фулл баф, давайте. А пока все здесь, запомните, у нас РС ЦЛК будет в субботу, воскресенье, пятницу не будет РС и ЦЛК. Будет ульдуар. Пятницу, да? Да. 21.00 МСК или... Не знаю, как Пепперу будет удобно, чтобы у нас были нормальные рейсы, нормальные ЦЛК по выходным. Ага, а до победного. А можно спросить, вот это, в пятницу тогда можно будет в обычку, да, сходить там с 18 до 20, да, примерно? Можно и с 16. Ну, с 16 там, да, там всякие рейски. Да, да, да. Мой, ты видел правила по поводу ролла в обычках? Так я их и написал. Не, ну давай потом, там готовы все уже или нет? Давайте чек на пол. Что там за Ревен? Дайте ему хоть инер, он хдешится. Давайте, заходим за линию, мизантроп, дай ему инер. Нормально будет. Давай, Слава, да, начинай. Инер, инер.
Кому ему? С ашами. Так у него фул. А, ну нормально, пусть хилит. Бежим. Смотрим лужу в рейд. Бежим. Изантропенес. Да я покашлял. Мелкие растут, беди их ближе сюда. Давайте бьем Халеона. Заходи сразу, резко скажу, когда зайти. Играйте по мелкому трэшу, задуйте больших. Давайте заходим. Вставайте себе в печеньку, потом встанете, как обычно. То лезвие может убить. Несите к стенке и диспельте к стенке. Эрдру выноси. В свет заходите, если добили. Инори заливайте своим шаманом друида. Фотон, заходи, где ты там? Пропускай лезвие ближе к морде. Ближе к морде, правильно? Да-да-да. Ну все зашли, что-то они сдохли, а ты не сдох. Точнее, а ты сдох. Волкер, выноси. Мизантроп, бреснешь его, когда выйдем. 52, готовьте свет. Лар, выноси. В свет выходим. Просто не давать свету. Скажу, когда дать. Резай мизантропу сразу. Он под боссом лежит. Рост свету. Дайте там по нему баф какие-то минимальные, каску ему дайте. Свет, пирамидка назад выносите. Кресты, взрыв. Волкер, взрыв. Фотон, волкер, бейте через взрыв. Смотрим, лужа сейчас будет. Нормально. Тотем выноси. Играем только по трэшу. Свет, рост во тьме дайте. Рост во тьме, свет только по трэшу играем. Рост во тьме. Давайте большого добивайте. Играем по Халеону. Бежим. Свет Халеона не бьет. Свет не бьет Халеона. Смотрим лужи. В рейд. Ждем трэш. Играйте по трэшу, свет. Отведи мелких трэш, протопал, отведи мелких, хильте протопала. Давайте больших, маленьких играем, Халеона не бейте. Отводи, отводи. Падаем. Ага.
Дру умер, протопал не отвел, этих мелких его убило. Да, ну, не диспэк себя, неси к стене, я все сделаю. Давайте, ласт трай, убиваем, не расход. Не, давай тогда передашь Релу, дай Релю. Хорошо. Кодим. Сейчас передать или на следующем? Ну, если ты сейчас передашь, то мне придется заходить на другого креста, на креста. Ну, давай, попробуем, если нет, то тебе передам Релу. Олег, значит, завтра 19 соберешь, да? Да. Давайте, можете фулбафы давать. Девятнадцать Олег соберет ссылка. Какой молодец. Не то, что некоторые. Какие? И. Элла, отец. Я вам не мешаю. Протопал, держи трэш мелкий ближе к хвосту немного. Потому что голем большой ближе к морде стоит, а ты ближе к хвосту смещаешься, но не сильно далеко. Будет идеально. Герцогиня будет. Герцогиня готова. Давай, Слава, иди на позицию. Начинай. Эрдру, выноси через хвост, возвращайся. Бежим через хвост, по на стеночке. Смотрим, сейчас будет лужа. Не стойте так близко у Халеона. Смотрим, бежим. Смотрим, лучше, блядь. На форт веса как огурчика. Рискат, хильте, БДК, прожмись, рискат, прожмись. Дайте инори на хапала все, что есть. Играйте по Халеону, переводите Халеона. Дайте бафы на огурчика, пристабаф, интеллект, лапку. Каску. Бейте Халеона. ДК заходи сразу. Додайте больших. ДК заходи, додайте больших. Заходим, рейд. Дорога, выноси. Джаспанк. Джаспанк, выноси. Ну, блять, пока. Можешь ли... Нет, не ливай, забагаешь аддоны. Блять, еще и вышел. Валера, выноси. Ваня так хотел. Заходите. Да, заходите. Так, Инори заливайте. Так, Инори на КД. Давай... Волкер, ой, гимн на ману. Пропускайте лезвие ближе к морде. Слава, делай два шага на себя.
53 света, готовьтесь. После метки будем выходить. Волкер, выноси. Давайте в портал уходим, свет выходим. Расцвету. Пристыбейте свету через рых. Диспельте. Ну, свет, алё. Диспелит. Волкер должен диспелить. Так, смотрим, падает, бежим. Плохо. Так, смотрим, лужи. Рост во тьме, свет... только по трэшу, знаете, рост во тьме, только трэш бейте. Отводи мелких. Ноги. Да, вот тут где-то и стой. РДД больших, мелики маленьких. Давайте халеву набьем. Смотрим, бежим, падает. Так, свет халеву. Свет холёна не бьет, ждем трэш. Смотрим лужи, лужа вреет. Отходи, да, где-то к лапе, отходи. Свет, играем только по трэшу, большие и маленькие. Фотон, дай им на ману, ставь тотем, Олег. Давайте, сливай мелкий трэш свету, помогаем. Все, играем по холёну. Смотрим, метеорит сейчас будет. Падаем. Чего? Чего вы упали? Хил в лезвие забежал. А второй что сдох? А я это не знаю, я живой, блядь. Уже один хил упал. Да они там два сразу упали. Здорово, пацаны. Пары бегают, привет. Чё вайпайте, давайте заменю кого-нибудь. Хил, танк, ДД. Но он, наверное, тоже ближе забежал. Вместе с другим. Могу зайти, потереть, потанчить, подамажить. Пока спать не лёг. Так, так, лизни ты там, заходи на хлеба. Ну, короче, 2 минуты покурю, пока идет рокировка. То я просто засну сейчас. А что, ковбой, бибоп, надо с кем-то зайти? Сейчас посмотрю. Лизни ты там, ты тут? Да. Заходи на ханта. На этот... самогон, заходи на сову. Там он барбос пишет, он холик нам, не? Не. ТКД пока. Масаб придет.
Заходи. Так, не, надо туда. Что, у вас не будет анхоликов свету? Заходи на AirDru за Левина. Залин, заходи на AirDru. Еще из чего вайпер, в чем проблема была? Правильно собранный рейд. Что у Джерио на мут? Так, ну ладно, тогда с собой зайду. Васап, держи. Рыло пока. Тогда он как другого, чтобы совет принишь. Лесовой. АДК нужен еще. Вон он холит зайти. Чего? Могу на АДК зайти. Это Young Pimp или Момента Море? Да, да, да. Давай на Момента Море. Могу Момента Море, мне без разницы. Давай на Момента Море. Сейчас зайду. Козырь здесь пришел уже? Про него пишут. Чего за Левин пасть не дают? Игрока пишет, кто может. А, чё, блин. Дуду Дипка, давай в ШП. Три хила будут во тьме. Данджера, сковородки, Рноба хил. Да, кстати, разница, один ДК мне идти. Так. Там козырь мерка. Что, КД принимать, нет? Сейчас, подожди. Не принимайте КД. Я спрошу у Дедмайн, да, есть? Да, да. Есть. Да. А за Ливен принял КД уже? Данжерус, кто у тебя еще есть? Пусть Дедмайнд идет хантам тогда. И обратно на Элен. Thank you.
Ладно, пускай будет Эрдрул. А что у него за хант? Не, на пула не будет. Сковородки, расставайся, Эрдру. Сейчас дедмайн зайдет на ханта. Ходи, брат. Ну заходи на Элема. Суманите меня, Wild Magic. Написали заново, кто на кого ролит, чтоб я это видел. Напоминаю, у нас РС ЦЛК будет только по выходным, возможно, в понедельник. Так, можно суммонить людей теперь. И ВК. В пятницу. В воскресенье будет бэкап сервера, так что, думаю, рейдов не будет. Кушайте рыбу. Данжерус-то новенький в гильдии. Никита, Эрдру 63. Ну, во тьме хилил до этого, все нормально. Ну, до этого трое. Хоть не падал, ничего. Так. Присобав, дайте. Близни тотем, ты остаешься в четвертой пати. Жека тут. Ты дайте баф. Так, по тактике, что у нас? Ватсап свет хилит, но бахил тьму. Как огурчик свет. Остальные эрдрушки тьму. Чек на пул. То тьму дисплей. Буду типа свет, а тьму. Даже некому доверить. Ну я придется мне дисплеить. Я еще недолго могу, я уже просто... А, во тьме? Сковородки пускай испылит. Цвету там на полный. А, все, тут типка подиспелишь ты третий свет. Жека за да. линию. Убери отметку, отсутствует. Сложно хилом смотреть на твой хп. Раз, два, три, тут. Ответ. Отлично. Все готовы. На счет три начинаешь. Один, два, три. Стали в квадрат, в луну. Узреть начало эры разрушения. Квадрат встали. Жека вот этот ничем. Вы хотите ГП получить? Побежали, метеор. Смотрим лужи. Нормально. Стали в квадрат, бьем Халиона. Кто там Седли выноси? Седли хилим, 20% хп у него. Так, огурчик, ты на кого на третьей фазе частицу кидаешь? Риската диспелим сразу. Стали в квадрат, метеор, побежали. Ощущение, что ты вообще его не хилишь. Либо он так проседает. Лужи, смотри, нормально. Четвертая пати остается в свету. Никчем. Остальные вары кричим на хп сейчас. Ауфорт, выноси метку. Седли, отводи, пытайся отводить дальше мобов, если они растут. Так.
БДК заходит, прожимается, рейд заходим. Четвертая пати, добейте метки трэш, стали в квадрат. Так, по иннерам. Уолфорд, иннер, ну бахило. Стали в квадрат все. Возвращайся быстрее. Квадрат встали. Сейчас лезвие закончится. Лезвие заканчивается. Можете заходить, дудутипку по гимноману. Заходите, четвертая пати. Зашли быстрее, встали в квадрат. Self control. Сейчас будет метка одновременно с лезвиями. Ну да, сейчас метка. Побежали. Какой там процентаж, подскажите? 57. 57? Слабо. Я тоже. Сейчас будет лезвие, потом метка, потом фаза. Смотрим внимательно на метку, выносим. Дал. 52, да? Self-control, метка. Так, фаза пошла, выходим. Присты бьем взрывом разума, дубитивка диспелишь. Soulfire, естественно, как огурчик. Встали в квадрат. Бегаем за квадратом возле Халиона, чтобы не сбрило дыхание. Диспелл. Лучик метка. Диспелл, сейчас возвращайся. Частицу на рискат и хиль себя. Лежали. Смотрим, лужа во тьме даем рост. Лужа течет в рейд. Квадрат встали. Да типа нет, не переключились. Во тьме, рост. С РДД переключились большого голема. Потом по гимна ману, ставьте темп прилива, но бахил метка. Переключились Халиона. Тали в квадрат, у форт выноси метку. Метеор 5 секунд, диспель. Бьем взрывом разума, не вижу дебаф, бафа не вижу. Побежали метеор. Встали в квадрат, прекратили бить Халиона, ждем лужи. Лужи текут в рейд, встали в квадрат. РДД играем большого голема. Всех большого голема сыграли. Дотайте Халиона. Седли. Кильте Седли. Сыграли в Халиона и мелкий трэш. Встали в квадрат. Soulfire выноси метку. Диспел, рискаты хильте, седли, да, сейчас каплю на риската. На рискате метеор смещайтесь в квадрат. Седли, давай, каплю на риската, встали в квадрат быстро. Стали. Давай, не надо давать. РДД играйте, бутон метку выноси быстро. Всех большого голема, седли, отводи трэш. А форт подымай зелприду. Давай, Сакру, давай, Седли. Баф по магу. Играйте в Халиона. Матботом метка. Те в Халиона, быстро. Встали в квадрат, милики, отошли в квадрат. Ментамори. Побежали, метеор. Гимноману сейчас дайте. Сейчас. Встали в квадрат, смотрим лужи. Долго смотрим, стоит. Волкер. Давай гимн, играйте в большого голема. Фотон гимн отхил давай. Встали в квадрат. Киллите вдвоем. Блять, как огурчик нахуй. Вставай. Киль танка. Встали в хп. Встали в квадрат, играйте Халиона, пока сейчас метеор будет. Побежали метеор.
Последний трэш ждем. Встали в квадрат. Глютипка 2 гимна отхил. У Макмори выноси метку, я с диспелю. Я не... улепил нам. Давайте гимн отхил, все, кто не пел. Волкел, давай гимн отхил. Добивайте большого голема и Халеона потом. Седли захильте. Инеров нет. Перебежали, пробуйте добить. Не упал. Гранд смак. Здесь свет упал, нихуя себе. Он дыханием нас убил потом в конце. Запад каневый мили чешка и танковский бот. Трися, Трися, ты бог просто. Ресните, пожалуйста, ресните. Трися на ком? Не бахи. Хилит как бог просто, не проседаю вообще никогда, блядь. Даже Джейми хуже хилит. Не, Димон, я в себя волну даже кастанул, когда упал в WhatsApp и огурчик.